Ребята, я такая нарядная и красивая. А знаете почему? Потому что я еду встречаться с вами. У меня сегодня очень веселый будет день. Все впереди. Сейчас вот как раз я поеду в парк 300-летия к вам навстречу. Мы уже приехали, но осталось еще 20 минут, поэтому пока что просто сидим в машине и слушаем музяку. Интересно, кто-то вообще придет, просто мне кажется, что все уехали на дачу. Но я надеюсь, что будет много ребят. Ребята, я уже на месте, и в Новую Скотску пришло несколько людей, я так рада! Мы сейчас пойдем, наверное, в тень, потому что на солнце очень сильно жарко, и где-нибудь видосики поснимаем. Сейчас, ребят, мы будем выполнять задание в ежедневнике «Уничтожь меня», да? Я его взяла с собой. Он путешествует вместе со мной. Да, он крутой. Продолжаю уничтожать ежедневник, который сам просит его уничтожить. Давайте все вместе потопчем. Да, давайте, прыгнем. Давайте каждый по очереди прыгнет на него. Все прыгаем, давайте. Все, и теперь давайте посмотрим, какое же сегодняшнее наше задание. Давайте выберем какое-нибудь самое интересное задание. Так, что у нас есть? Расплескай, накапай, размажь кофе здесь. Ну, у нас нету кофе, поэтому... Даже кто-то с водой, у нас фонтан есть. Ну, я думаю, да, кстати, да, можно было прикольно. Оставить отпечатки, использовать чем-нибудь руки, но мы не сможем их помыть, но только если фонтан. Страницу нечем. Нечем. Я видела, тут забавное задание есть. Если у кого-то есть ручка, и кому-то не жалко чернила в ней, то это задание исчерикать страницу ручкой. Приклеить что-нибудь, все, что найдешь дома, на улице или где-то еще. О, давайте! Да, скотча нет. А может быть, мы сейчас соберем какую-то траву, какие-то листики, а ты потом дома скотчем. На слюнки, да. Я нашла задание, подари кому-нибудь свою любимую страницу. Итак, давайте посмотрим, какая моя может быть любимая страница. Вот эту вот, зашей эту страницу. Я сейчас ее вырву. Я не умею хорошо вырывать страницу. У меня с этим всегда очень плохо, но я думаю, не важно. Ну да, это тут вообще без разницы. Как хуже, так вот просто автограф. Красиво. Эники-бенники ели вареники, эники-бенники ели вареники. А, нет, это же странно. Нет, она же там читалка такая короткая. А в любом случае, я типа смогу на ком-то остановиться любом. Это так. Давайте, какую читалку придумаем? Что? Может, камень, ножницы, бумага или что-нибудь такое? Вот, давайте все на камень, ножницы, бумага. Это будет самый масштабный камень, ножницы, бумага в жизни. Давайте. Так. Первые ножницы. Заново. Камень, ножницы, бумага, суефа. Так, стоп. Кто бумага? Кто бумага? Каша-малаша тогда. Можно по группам. Да, по три, по два человека. Например, два человека соберутся, кто выиграл. Да, тут проходит дальше. Да, давайте. Все равно один человек останется у нас, если не ошибаюсь. Ну так можно играть до бесконечности, поэтому лучше да с двумя людьми. А, если у нас 9 человек, 3 группы можно сделать. По 3 группы. Да, 3 группы, 3 человека. Давайте. Я буду ходить с ним. Ножницы, бумага. 2, 3. Суефа. Не, ножницы сделали. А, ты выбыла? Жаль. О, ты выиграла? Ого, а теперь? Теперь с тем, кто сейчас вот выиграет. Первый? Ты выиграла! Круто, теперь... Так, теперь давайте вы втроем соревнуетесь, кто выиграл из сектора. О, это самое масштабное! Не знаю, за кого болеть. Ножницы, бумага, суефа. Суефа. Ты выиграла! И получается, я дарю тебе эту страницу. Вау, круто, да? Все, теперь она ее куда-нибудь вклеит, теперь она ее куда-нибудь положит на пальчик. И все, это... Да. Ну что, вы решили, какое задание будете делать? Да. Мы нашли одно, но не знаю. Если для зелени, можно зеленью помазать. Можно зеленью помазать, и она просто... Может быть, дать Маше эту зелень,
типа, она правда его, ее дома, типа, приклеит. Мне кажется, то, что все вывалится. Да. Ну да, ну, давайте еще что-нибудь. Ребят, смотрите, какое задание ребят нашли. Задание. А, где оно потерялось? Здесь. Да ё. Вот это. Вот. А, вот. Спроси, попроси друзей сделать с этой страницы что-нибудь внезапно. Не посмотрю. Это я считаю просто гениально. И все ребята сейчас что-нибудь придумают. Да, и вы сделаете что-нибудь. Давайте. Да. Давайте я. Давайте я отойду. Я буду. А, ну, можете вы снять. Можно убрать правило, не подсматривай. Я могу снять. Да, какая разница? Давайте. Просто зачеркнешь дома. Да. Все, короче, берем. Маша, пока-пока. Да, я потом расскажу. Ой, вы потом расскажете мне, что вы сделали. Мне очень интересно. Вон они ушли, мне сказали, не посмотришь, а я подсматриваю. Здесь они не спалят. А, я, все, меня спалили, ребят, вали. А Маша снимает. Маша, готова. Это наши жвачки, наша бумага. Надписи. О боже, ребята, объясните мне, это что? Короче, мы взяли жвачку, приклеили туда цветы. Да. А, помазочек. Наступили на эту страницу, туда же паук. О боже, уберите его. Помазали все духами, антисептиком. Вот тут есть оставили поцелуй. Отпечатки губ. Три. И намазали все блеском. Вот намазали. Короче, и типа двойник, который... И это у нас все вкусно водой. И еще облили. Да. Ну, я считаю, что с этим можно закончить, с этими людьми. Так эти, походу, цветы, потом листочки, типа... Подожди, ты же его в каком-то видео выкинула. Нет, это другое было видео. Это был, ой, это был другой дневник. Да, это я имела. Да. А, точно. Вот тебе напоминание. Капец, ребят, я в шоке. Заплакала. Не надо, да, не будет. Но на ежедневнике уничтожь меня, мы не остановимся, потому что я взяла еще и личный дневник. И я уже придумала, какую страничку вместе с ребятами мы можем сделать. Ребята, я хотят посчитать мой личный дневник. My Singing Monsters. Это если что, дневник тут за апрель, вроде как. Да, за апрель и за... Ну, конечно, никто его не заполнял. Да, вот этот ватер. Я, конечно, я не буду каждый день заполнять, сколько стаканов воды я выпью. Что я люблю? А, ну вот это. Это круто. Да, это моя любимая страница. Легендарная футболка. Да, 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 это моя самая любимая футболка. Она прошла просто... чего она только не прошла, потому что эту футболку я ее таскаю каждый день, я ем не сколько она ни пятен было, но все отстирывается, она просто идеальная футболка. Все. Тихо, тихо. Все, ребят, а дальше ничего нету. И я сейчас предлагаю, чтобы каждый взял, ну, по какому-нибудь маркеру, вы, конечно, будете меняться, вот, разбирайте цвета. Оставьте вот здесь вот какие-нибудь свои какие-нибудь имена или какие-нибудь рисуночки, подписи, и будет довольно-таки прикольно. Можно целый вот разворот сделать. Давайте, давайте сядем. Сядем, ага, сядем. То мы стоим. Давайте по очереди, чтобы все вместе. Да. Вот зеленый. Давай, поехали. Ребята, посмотрите, что сделали. Ребята, как нарисовали. Как это круто. Мне очень нравится, как это выглядит так ярко. И я эти странички, этот разворот всегда хранить, и они всегда будут в моем личном дневнике. Это так прикольно! Вау! Мне очень нравится. Ребята придумали такую штуку, что я сейчас разорву листочки и каждому автограф напишу. Правда, я не умею ровно разрывать. Кто умеет ровно? Я. Я тоже. Давайте каждому, сколько нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, получается, да, десять. Нужно разорвать на 10, получается. Давайте. Ты говоришь, что он видно. Да. А, на 10 прям как-нибудь более-менее ровно. Ого, как. Так, это же невозможно. По сгибу нормально. Да, блин, мне будет. По сгибу же из-за этого. Ставьте лайк, кому нравятся Машины ногти. Делала вчера вечером маникюр. В общем, мы придумали такую штуку, мы напишем тайное послание и их спрячем. В общем, мы написали вот так вот, смотрите, как я написала сбоку Маши Лил Пи. Ребята, это то, что написал Маша Лил Пи. И самое главное, финише LL, потому что мы няшки-стесняшки. И теперь мы сейчас будем складывать наши послания и прятать их где-нибудь по парку. Ну что ж, мы отправляемся на закапывалку. Закапывалку, сериалку. А можем в кусты куда-нибудь кинуть, смотрите, один. А, тут может много. Давайте, можем мусорку выкинуть. Можно человеку отдать. Давайте куда-нибудь в щель запихнем вот сюда. Надо положить. Вот, вот сюда было видно немного. Ребят, это же реально идеальное место. Я прям в шоке.
Может, сюда прям оба ползла не спрятаться. Давай. Ну нет, давайте лучше в такое, в другое место. Блин, это прям идеально, это шедеврально. Вот так вот. Следующее место мы нашли, мы положим скворечник птичьим. Птицы будут нас подписываться, согласен. Они будут нас подписываться, давайте только развернем ее немножечко. Вот, ребят, смотрите, и мы кладем. Ребят, я надеюсь, что птички не скушают, но, возможно, они куда-то унесут, и где-то это будут, ребята... Ну, в общем, да, я надеюсь, они не станут это кушать. Подписывайтесь, птички! Подписывайтесь на YouTube «Наша Люби». Ребята, всем еще раз привет, я уже дома, и сейчас будет распаковка подарочков. Мне так много всего надарили, ребята, спасибо вам огромное, это так приятно, очень много подарков. Ой, аж провод, микрофон зацепился. Первое, это вот такой чупа-чуп, смотрите, какой он классный, он с жвачкой внутри, я вообще обожаю такие чупа-чупсы, и они очень вкусные. Следующее, это вот такой вот прилочек с авокадиком, смотрите, какой он милашный, а, к сожалению, не подписан. И еще один подарочек, вот такой вот малюсенький, от Диди, вот такая вот малюсенькая коробочка, я даже предположить не могу, что там может быть, хотя нет, могу предположить, мне кажется, там либо кольцо, либо сережки, вот, сейчас откроем, посмотрю. Тут колечко, и оно с таким, вроде бы это мишка, но я буду это воспринимать как коньячок. Смотрите, как он милый, к сожалению, камера не очень хорошо фокусируется, но вот видно то, что это такой милашка. И вот Дима сразу на палец, конечно же. Такое милое колечко, я вообще так обожаю колечки, теперь у меня такое симпатичное есть, спасибо большое. И тут еще что-то записочка какая-то. Дорогая Мария, я хотела подарить тебе этот подарок, надеюсь, тебе понравится. Спасибо большое, мне очень понравилось. Блин, это мое самое лучшее колечко. Спасибо огромное. Так, ну и давайте перейдем к следующему подарку. Вот такой вот, такой вот, вот таком вот пакетике. Санкт-Петербург написано на пакетике. Давайте откроем. Что там? О, такой питерский подарок. Тут шоколадка из Санкт-Петербурга. Я был в Петербурге и думал о тебе. Тут написано. Миленько. И вот такая вот еще ручка тоже Санкт-Петербург. Прикольно. И тут еще были вот такие вот... рисунок! Тут я нарисована, смотрите, как мило. Спасибо большое. Тут я что-то держу в руке, но я не могу понять, что это. И тут еще миленькое письмо. Спасибо большое. Так, ну и следующий подарок. Вот такой вот. Такой вот пакет. Давайте посмотрим, что там. Вот такой вот с клубникой. Вот такой вот напиток чупа-чупс. Очень вкусный. Спасибо. Dolce Milk. Масло крем для тела. Спасибо. Он со вкусом, с запахом чая. Даже через упаковку чувствую, что он прям с пахнет чаем. И маршмеллоу. Прикольные. Спасибо. Тут еще вот такое милое колечко. Я так обожаю колечки. Спасибо, ребята. Вот такое красивое. Давайте его оденем. Сейчас вот тут кольцо сниму. Очень красивое колечко. К сожалению, не подписано, от кого подарок. Ребята, в следующий раз обязательно подписывайте, чтоб я на вас подписалась. Так, и следующий подарок вот такой вот. Машульки Lil P, тут написано. Он запакован скотчем прям. Давайте откроем. Так, какая сложная упаковка. Интересно, что там может быть внутри с такой сложной упаковкой. Это видео прям, чтобы сюрприз был, чтобы я не подглядела до распаковки. Ой, порвала пакет. Ладно. Ух, это что такое? Это тарелка такая. Прикольно. А, это не тарелка, да, это подносик. Можно, например, там бутерброд себе сделать. И чай, и, кстати, донести. Кстати, реально прикольная тема. Вау, наклейки для макияжа. Круто, спасибо. Ой, это эти штучки, это чтобы когда в торт втыкаешь. И у меня такие были на предыдущий день рождения. И когда их поджигаешь, они прям вот так вот искрами горят. Прикольно. Шлюхик с авокадо. Миленький, спасибо. Корректор. Это, да, это, видимо, замазка такая. Смотрите, какая прикольная в виде пончика. Такая миленькая. Ручка! Какая она миленькая! С зайчиком и с помпончиком. Я вообще обожаю такие ручки. Какая-то фигурка вот здесь вот есть. Закладка вот такая вот с космоса. Ты просто космос, детка. Тут вот такая вот коробочка какая-то. И внутри скотч какой-то прикольный, красивый. Пригодится для оформления разных всяких ежедневников. Например, личного дневника. С единорожком такая миленькая. Гигиеническая помада. Она, по-моему, даже с перламутровым оттенком. Вау, офигеть. И что тут еще, собственно?
Лавыска! Спасибо, я обожаю жвачки. И еще вот такой вот антистресс горошек. Подарочек мне подписан. Ребята, ну как так? Подписывайте, пожалуйста. И письма тоже никакого внутри не было. Ну, спасибо огромное, подарок вообще такой прикольный. Вообще обалдеть, так много всего. Мне очень приятно. И последний подарочек. Смотрите, какой он прикольный. Так креативный, интересно запакован. Смотрите, какая красивая упаковочка. Кстати, ленточку тоже можно будет использовать в каких-то поделках. О, это что? Вау, это шопер. Ой, у меня не видно ничего из-за коробки было. Это шопер с какой-то аниме-тянкой. Вока, она кавайная. Спасибо огромное. У меня теперь будет шопер классный. У меня был когда-то шопер с дозаем, но я его потеряла. Теперь у меня вот такой классный шопер есть. Спасибо. Блин, реально очень классно. Такая реально прям милашная тяночка. Блин, очень классно. Спасибо огромное. Подарок не подписан, но я знаю то, что это от Вовы. Я на него подписалась. Поэтому спасибо большое, Вова. Очень классный подарок. Спасибо ребятам огромное за подарочки. Мне очень приятно, очень классные подарки. И, в принципе, спасибо всем огромное, кто пришел. Я была очень рада. Очень приятно было со всеми познакомиться и пообщаться. Мы снимали кучу видео в мой лайк-аккаунт, так что, если вы хотите их увидеть, то переходите на мой лайк. И, в принципе, на мои остальные соцсети, ссылочка будет в описании под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А еще пишите в комментариях, кому бы вы хотели попасть на сходку, или хотели бы вы попасть ко мне. Всех люблю, всем пока-пока! Хамчакусы! You don't understand.